Мы это добавим пистолет, блин. Иди отсюда, блин. Мы это добавим пистолет, блин. Иди отсюда. Я за тобой не иду. Как ты? Окей. Нет. Вот не крутая борода. Не вина. Красивая. Какой-то опыт, ага. Добрый день. Библия. Добрый день, мы ведем занятия по изучению Библии, всех приглашаем. Я против такого. Почему? Желания. Не знаю, просто не верю в Бога, мне это не нужно. Вы не можете верить в то, что не узнали. Вы не читали Библию, поэтому вы и не верите совершенно. Мне правильно. Эта тема вообще в целом не интересна. Не интересна, да? А какая тема вам интересна? Саморазвитие. Все. Саморазвитие? Да. И прогрессирование. А для чего нужно саморазвиваться и прогрессировать? А для чего нужна вера в Бога? Я не знаю, как это назвать по-другому. Для чего нужна вера в Бога? Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем, чтобы жить вечно. Нужно верить не в всевысшие какие-то силы, а верить в себя в первую очередь. Но при вере в себя вы умрете, понимаете, и я умру. Так мы все не вечны. Все не вечны, да. Но христианская религия учит христианство, что мы воскреснем. Мы верим, что если Христос воскрес, то есть восстал из мертвых, ожил, то и мы оживем. А раз это все бред. Это все бред. Вот. И в зависимости от того, как мы жили, мы попадем либо в рай, либо в ад. Саморазвивающиеся люди попадут в ад, мы так верим, и будут вечно мучиться. А люди, которые верили Слову Божию, читали Библию, они попадут в рай, потому что они соблюдали его заповеди, любили друг друга, жили для ближних, не были эгоистами. Мы не видели, мы не знаем, есть ли на самом деле ад и рай. Совершенно. В этом случае я и не против ад попасть. Вечно гореть, это же так круто. Почему бы и нет? Да чё ж крутого-то? Крутого быть в раю. Что ж приготовил Бог любящим его, и на ум не приходило. Бога не существует, я так считаю. Существует некое измерение, но после смерти, куда мы попадаем, точнее не мы, а наши души. И все. То есть вы верите, то есть бессмертие души вы все-таки верите, да? Ну то, что при смерти, точнее после смерти, наша душа населяется какое-то другое тело. Пофиг. Все равно. Это реинкарнация душ, да? Это индусы, по-моему, придумали такая. Индуизм, реинкарнация душ, переселение. Ой, я даже не слышал я такое. Я, может быть, хотя сам по себе я христианин. Янка, или как там называются такие люди. Я не верю, в смысле я как... Крещеная, да? Нет, я не крещеная. В смысле, я по национальности не могу быть мусульманкой, вот, я это имею в виду. Но я больше склоняюсь к исламу, потому что мне нравится это вероисповедание. Вот. Это странная логика, хотя я Нет, вы не к мусульманству склоняетесь, вы склоняетесь к индуизм, называется. Индусы придумали религию о переселении душ. Не, я не про это. Про вот это переселение душ я даже не знала, о каком... А мусульманство чем вам нравится? Сама вера такая сдержанная. Что женщины у них там скромно так одеваются в платках, в длинных юбках. Да, вот мне вот это они нравится, покорны, мне тоже это нравится, да. Не распущенные. Не распущенные, да, целомудренные. Да, вот это прям хорошо. Но это и в христианстве также учат, одно дело только что не соблюдают. В том-то и дело, а там прям жесткая, там серьезная, строгая вера, да. Или как вероисповедание. Я не шарю в этой теме вообще никак. Ну да, да, да. Что вот. Ну, я бы вам все-таки посоветовал начать Библию. Там очень много мудрости. Даже в плане саморазвития вы там почерпнете такие знания, что самый саморазвитый человек будет по сравнению с вами самым недоразвитым. Я, конечно, не считаю то, что вот когда у тебя проблемы, вот по идее, когда у тебя проблемы появятся, я имею в виду именно про верующего человека, те начинают как-то молиться, короче, так. Да. У меня бывали такие ситуации, то, что я хоть не верю в Бога, я не знаю Библию, не знаю молитву, я такая, типа, ну, Господи, помоги мне. Да, вот да. Поэтому... Когда мне это не помогало, я все разочаровывалась так называемом Боге, что-то всевышнем. Все. И как бы я верю теперь в себя, а не в какое-то там... То есть вы просили, Господи, помоги, а Он вам не помогал, получается, да? И вы из этого сделали вывод, что Его не существует. Неправильный вывод. Во-первых, на каком основании Он вам обязан помогать, если Он Творец неба и земли? Он должен помогать. А вы не должны Ему ничего? Я могу себя в жертву принести, только как, скажите? Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Бог не презрит. То есть, вы должны сокрушенно и смиренно, во-первых... Что? Пусть он меня о чем-нибудь попросит, я сделаю. Почему бы и нет? Я могу как заменить по бумеранг бумерангом. Он вас просит любить Его Слово. Его Слово написано в Библии. И жить по Его Слову, потому что по этому Слову Он будет нас судить в последний день. Если мы будем жить по Слову, по Его Библии, вот, которую я занятия веду, изучаю, вот, Он не хочет смерти грешника. Он хочет, чтобы, а мы грешим, вы грешите, я грешу, потому что мы плохо знаем Его Слово. А грех – это так, когда человек против Его Слова поступает. В Библии можно сказать то, что вот мы живем, дышим, уже грешим. Нет, какое-то действие, мы уже грешим. Вот так. Нет, грех — это когда, вот, например, написано в Библии «не укради», а мы воруем, это грех. Написано «не убей», а мы убиваем, это грех. Написано «не дыши», а мы дышим, это грех. Не написано там «не дыши». Это вы уже сами придумали. Я так формально сказала. Ну, формально, то, да. Вот Бог никогда не напишет «не дыши». Хуже, чем в Конституции Российской Федерации. Нет, нет. Бог, Он человека любит и правда любит. А дьявол есть лжец и человекоубийца. Это падший ангел, который саморазвивался, потом возгордился и хотел занять место Бога. Ну, я не знаю, мне кажется, что у людей более есть такие серьезные проблемы, чем просто брать в свободное время, сидеть, читать Библию. Это дело каждого, но в нашем мире, особенно вот сейчас, который прям наш мир, раньше, может быть, еще не так было все запущено, как у нас, допустим, в 21 веке. Мне кажется, что сейчас просто все забыли про Библию, им это не нужно, они как-то отчаялись, что ли, в этом деле. Ну, еще, вот понимаете, написано, Бог не слышит молитву грешника. Вот вы говорите, молитесь, а Он вам не помогает. Во-первых, Он не обязан помогать, а во-вторых, Он помогает только людям, которые покаялись в грехах. Вот мне вот Он помогает, я реально ощущаю Его помощь. Если я молюсь, говорю: Господи, дай мне работы, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Он мне дает мысль, говорит: иди клей объявление, у тебя будет работа. Прям мысль приходит такая: иду клей объявление, и тут же работа, тут же у меня деньги, тут же появляется возможность помогать бедным. По-моему, это не Бог помогает, а твои мозги начинают работать просто. Ну, это тебе так кажется, что твои мозги. А я верю, что мне Бог помогает, и поэтому, ну, у тебя веры нету. Вот еще к тому же говорите, что вот Бога никто не видел, поэтому его нету. Это вот такое умозаключение, ну, вывод такой. И раз он мне не помогает, а я ему молюсь, значит его нет. Неправильно. Вот у вас есть совесть? Смотря как, смотря где, смотря какая. Ну, разум у вас есть? Да. Покажите мне его. Задать что-нибудь мне. Но если вы не можете показать мне свой разум, значит его у вас нет? Разум, он не показывается вот так, как вещью. Его нужно говорить материальными мыслями. Мыслями. Вот и Бог то же самое, он не показывается так вот вещью. Его нужно... Допустим, что-нибудь скажет мне, вот в голову придет что-нибудь именно от Бога, что такое сильнейшее, которое я никогда не думала. Тогда уж и начнут задумываться о его существовании. Но оно не придет, если вы в него не верите, как в Творца, понимаете? Так, никогда не поздно начать верить в него. Ну да, это Бог, да, это Бог. Но чтобы вам опять же, тут замкнутый трюк, если вы Библию не начнете читать, то есть вы можете либо уверовать в ложного какого-то Бога. Вот. Для меня это Иисус Христос, истинный Бог, который показал себя людям. То есть он и невидимый, и в то же время в виде Иисуса Христа он явился на землю, воплотился и научил людей, как правильно жить. До Иисуса Христа люди верили в Бога, но когда Он пришел на землю, они Его распяли. Они говорят: нам такой Бог не нужен. Человек. Это был простой человек, по-моему. За что же Его распяли, простого человека? Получше, чем остальные во всем. Если Он был простой человек, скажи мне, за что Его казнили? Какое преступление Он сделал? За что Его распяли? Я только знаю, по литературе мы читали, что-то про Иуду Искариот. Иуда Его предал, да, предал... тогдашним священником. Он продал его за что-то там. За 30 серебряников, совершенно верно, да. Ой, что там еще было? Все, это у вас по литературе проходили, вы видите, Иуда Искариота даже. Да, только из всех, только я одна прочитала, то что остальные сказали: ой, а смысл это читать? У меня же класс такой неверующий, но как бы я тоже неверующая, но было немножко, конечно, интересно почитать. В душе каждый человек верит. Вы даже не веря в Бога, а все равно молитва какая-то, Господи, помилуй, вы же все равно верите, что какая-то высшая сила существует. И если его вы не видите, то это не значит, что его нет. Я ваш разум тоже не вижу, но я его не вижу, но я, я верю, что вы... Да, но я верю, что вы разумный человек. Я не вижу вашей совести, я не могу ее пощупать, потрогать, но я знаю, что она у вас есть. Совесть? Она показывается в действиях. Ну, в большинстве случаев в действиях, в меньшинстве случаев, как я сказала, в материальных мыслях. Я не знаю, как там по-другому назвать это. Так что утверждение такое, что Бога нет, потому что его никто не видел, оно ложно. Я тоже могу. Но раз у вас вы не можете показать свой разум, не можете показать свою совесть, значит ее тоже нет. Блин, я сказала, я могу показать, ну не как вещи показать, а именно словами, действиями. Вот. Так вот Бог, он тоже показывает свою любовь через творение. То есть творение, это ребенок. Творение, вот все, что сотворено, вот все видимое, это все его творение. Я его творение, собака его творение, дерево его творение. Он сотворил этот мир, он творец. Ой, я творение своих родителей. Родитель творение своих родителей. А первого Адама и Еву кто сотворил? Кто-то же был? Я не знаю, я только знаю, кого-то из ребра сотворили, и все. Еву сотворили из ребра, да. Ну а в школах раньше нам преподавали, я не знаю, как сейчас, что первый человек произошел от обезьяны. Ну как произошли? Обезьяны просто были, получается, и они как-то эволюционировали. В плане... Они... Ну, а со временем мозг у них вырастал. Они понимали, что я делаю, они начали разговаривать как-то поначалу, и все, и потом уже это пришло. Почему сегодня... И прогрессированию. Тебя как звать? Звать как тебя? Алёна. Алён. Ну, Алён, ну скажи, почему сегодня ни одна ни обезьяна не стала человеком? Потому что, как я считаю, типа, максимальная точка прогресса, она дошла своего. Почему? Погоди. Да можно ты, ладно. Нет, обезьяны же, так, 50 на 50. Нет, это смотри, какие обезьяны еще. Хорошо, ну, допустим, я поверю, что человек произошел от обезьяны. Хорошо, тогда первая обезьяна от кого произошла? Так же, как Адам и Ева. Адам с Евой родили обезьяну, а обезьяна родила твою прапрапрапрабабушку, и потом появились мы с тобой. Ну, может быть такое, то что, например, Адам и Ева, но хоть они были родственники, по-моему, или кто, например, Адам и Ева, они, ну, Ева родила ребенка, он мутационный родился, и все. Может быть такое, никто не знает же. Он еще мутационным, и все. Вот такое существо ползало, потом вырастало, развивалось и дальше размножалось. Ну ты выдумываешь уже. Обезьяны, именно нормальные обезьяны, и дальше люди. Да не, хорошо. Почему сегодня нет ни одного случая, чтобы человек родил обезьяну? Или обезьяна родила человека? В нашем случае сейчас больше играет роль экологии, типа... Не то, чтобы мы рожали обезьян, а то, что, блин, ну, дети похожи на животных. Именно не внешне, а иногда... Ну, одно дело уродство, это есть такое уродство, да. Мутация, уродство. Но это не говорит о том, что если сегодня матери рождают уродов, это значит, что мы произошли от обезьян. Я говорю теорию эволюции. Я не знаю, откуда такое поверье, что мы произошли от обезьян. Ну, раньше было такое. Это ложное поверье, и эволюция это тоже ложное. Бог сотворил Адама и Еву, и от них пошел род человеческий. От людей всегда рождались люди, от обезьян обезьяны, от волков волки, от медведей медведи. Так Бог сотворил. Как вы считаете, что первое появилось? Курица или яйцо? Курица. Почему? Потому что так в Библии написано. Вначале сотворил Бог небо и землю, потом Он сотворил растительный мир, животный мир, то есть Он сотворил животных, а потом им сказал животным: плодите и размножайтесь. Я в это верю, потому что... А по-моему, я всегда вот думала, раньше же были динозавры, но это уже 100% то, что они были. Я не верю. Я не верю, что они были. Не знаю, вот динозавров я еще более-менее. Ну, почему я считаю, что динозавры? Я читала, что динозавры, некоторые динозавры, они плодились яйцами. Вот. Ну, я там читала, но это интернет. Ладно, откуда мне брать источники, естественно. Так вот, я всегда думала, то, что вот, они же рождались, плодились яйцами. Один раз там динозавр высадил яйцо. Я так думала, всегда так думала. Высадил яйцо. Как я говорила ранее про мутацию, яйцо, внутри зародыш яйца, он как-то мутировался. И был похож более на что-то подобие птицы с перьями. И я вот так думала, то, что вот так с каждым разом все более и более рождалась, вылуплялась птица. Ну, все больше похожа на курицу. Я всегда так думала и думаю до сих пор. Есть же вот эти, которые не крылатые, как-то терксы. Да. Вот, они же яйцами плодятся, высиживают яйца. Вот, и я думала, вот от них как раз там недоптица, тоже терексы, и вот курицы тоже недоптица. Ну, даже если я поверю, что были динозавры, и что они плодились яйцами, кто сотворил первое яйцо тогда? Когда еще динозавров вообще не было. Откуда оно взялось? Адам и Ева. Опять Адам и Ева. Хорошо, кто сотворил Адама и Еву? Причем Адам был сотворен по образу и подобию Божьему, а Ева была сотворена из его ребра. И поэтому женщина, она всегда, у нее хочется, она прилепится к мужчине, поэтому он сотворил семью такую вот мужчину и женщину сотворил их. Поэтому женщин всегда тянет к мужчинам, чтобы создать семью. Потому что Ева сотворена из Адама. Эта вот тяга, она непонятна, она всегда присутствовала. Во всяком случае в Ветхом Завете. В Новом Завете уже пошло монашество, то есть уже женщины и мужчины создавали монастыри, им уже дети не нужны, они служили Богу без детей. Сейчас у нас вообще прогрессирует феминизм у девушек. Это ложная религия. Вот, Алён, вот я тебе скажу, вот ненавижу этот феминизм. Почему? Потому что он направлен... Терпеть не могу феминизм. Вот вы здесь, мы с тобой согласны, слава Богу. Мне ближе в данном случае мусульманство, когда я вижу покорных мужьям сестер, жен, когда они послушны, когда они не дерзят, не хамят, вот тогда в семье мир. И у них много-много ребятишек. В мусульманских семьях рождаемость 8,1 в среднем. В русских семьях, где пропагандируется феминизм, 1,8. Понимаешь? Поэтому, но мне в мусульманстве, знаешь, что не нравится? Мне не нравится многоженство там. Вот я это принять не могу. Трудно. Ты бы хотела быть четвертой женой какого-нибудь мужчины? Я хотела бы всегда быть первой. А чтобы у тебя потом... и последний, все-таки видишь, у тебя... Это в христианстве, дорогуша, в мусульманстве там... Ты женишься, он тебя обманет и еще 2-3 возьмет. И по закону разрешается, поэтому... Девушкам же нельзя много... мужинство. Много мужества, да, это называется. Да, есть многоженство. Ну, были такие женщины, у которых было несколько мужей. Это, конечно, неправильно, неверно. Если ты замуж выйдешь, то ты должна выбирать себе христианина, который бы не будет тебе изменять. Вообще, по нормальному поверью, семья должна быть патриархальная и традиционная. Это в христианстве, да. Это вот прям основное. Вот когда, вот я не понимаю, матриархальная, это когда мать, женщина, лидер в семье. Это вот это и называется феминизм, матриархальная семья. Да. И я с этим спорила на обществе, а говорили, нет, матриархальная это по-другому, это просто когда там, допустим, равноправие они женщина, чем мужчина. Нет, матриархальная это когда именно сильное плечо женщина, а не мужчина. Вот это глупо. Девушки, они слабый пол, они должны показывать себя слабую, а не быть таким мужикачок, за моей спиной мужчина мой. Да ну нафиг, нет. Но я рад, что ты в этом, мы с тобой очень солидарны, даже не веря в Бога, ты, вот, я прям с тобой солидарен в этом, я тоже борюсь с этим феминизмом. Феминизм разрушает семью, очень много разводов в России, почти 100% разводов из-за этого дурацкого феминизма. Ну так, смотрите, вот, допустим, окей, девушки-феминистки, так почему бы вам, ну, если они хотят равноправия, так почему бы вам не пойти на завод работать и пойти в армию служить? Как бы... Так те, кто придумывал этот феминизм, им это и надо было. Мужиков всех на войне поубивали, работать некому было, а прибыль нужна была этим богатым толстосумам. Они сбросили эту идею феминизм, и бабы пошли на завод. Вы же хотите быть наравне с мужиками? Вот идите, пошите теперь, вот они и пашут. Есть, кстати, еще нормальные феминистки, это которые требуют больше прав в плане то, что девушек... Некоторых девушек, я, конечно, с этим так 50 на 50 как согласна, потому что есть адекватные феминистки, которые не говорят то, что вот мы равны, мы все должны равно делать. Нет, которые феминистки требуют немножко больше расширить их кругозор, то бишь не прищемлять их в плане их возможностей, как-то так. Ну, из-за наличия пола, то есть им, ну, как бы, не дают какую-то работу, например, но я не знаю. Да, их прищемляют к какому-то действию, мол, в том-то и дело, типа, вы слабый пол, поэтому вы не должны там работать, вы не должны там появляться, вы не должны то делать. Это, ну, так себе. Ну, мне все равно, я, блин, выучусь, пойду работать, и ничего мне не надо будет. Ну, семью заведу, детей рожу. Это уже все. Решено, да, дай Бог. Как бы, мне про феминисток, что про нормальных феминисток, что про ненормальных феминисток, как-то наплевать. Вот, если ты хочешь, чтобы муж тебя ценил, любил и уважал, и не принижал, и обычно еще есть такие феминистки, которые борются за то, что мужья их бьют и ущемляют, как-то там много требуют. Вот, да, я про это говорила. Вот, это тоже в семье недопустимо, ни в коем случае. Но если она сама лезет на рожон, ведет себя как мужик, ну и пусть получает в табло как мужик, прости господи, если она... Вот, но... Мужья почему своих вот жен не уважают? Есть такой старый анекдот. Сидят дед с бабкой, едят, а он берет ни с того ни с сего, как даст ей ложкой по лбу. Она говорит, ты что, взбесился старый? Он говорит, как вспомни, что ты мне не девушкой досталась, сердце кровью обливается. Вот, поэтому если ты сохранишь себя, если ты девой, то у тебя совершенно другие отношения будут. Вот. Если он еще девственник будет, вот, семья будет чистое отношение. То есть вы должны быть верны друг другу и до брака, и во время брака, и после брака желательно еще. Апостол Павел учит, даже если муж умрет, жена может выйти замуж за кого хочет, но лучше, чтобы она была верной даже мужу мертвому. Знаешь, какое учение высокое? Вот так. Ой, ну нормально по идее. Главное, чтобы мне муж, когда я уже умру, был верен. А так-то маме можно... Ну тебе же приятно будет, да? То есть ты умрешь, а он будет... Я его прям это, из мертвых восстану и догоню. Ты же не веришь в восстание из мертвых. Ты уже готовая христианка, ты уже, у тебя уже все в голове. Тебе только осталось начать читать Библию, и у тебя будет нормальная патриархальная семья. И В этот момент я точно не начну читать Библию, потому что у меня очень много литературы, у меня очень большая нагрузка. Есть такой был Мартин Лютер, он говорит, для меня одна книга Библия и одна книга Христос. Библия это книга всех книг, то есть, ну, я не знаю, ты, ну, отложи какие-то там, не знаю, душа, что может быть важнее души, где она у тебя потом окажется, в раю или в аду? Да не то чтобы душа, где я потом окажусь, я окажусь на помойке, если я не сдам экзамен и не буду читать литературу, которую мне задали для поступления. В этом дело, а там уже, когда я уже и поступлю, и уже буду учиться на первом курсе, тогда я могу Библию хоть зачитаться. Алён, я тебе... Ты так, потом у тебя появится работа, тебе некогда будет, потом дети появятся, некогда будет. И так... Я сейчас окажусь рано или поздно на помойке, потому что меня выкинут, если я не... Если ты начнешь читать Библию, Бог тебе не допустит, чтобы ты оказалась на помойке. Ты... Бог, я тебе не говорю, что отложи все и ты читай только одну Библию, больше ничем не занимайся. Да нет, конечно. Мама, главное, когда меня будет выкидывать на помойку, Боже, упаси, не выкидывай меня на помойку. Да, да. И ты пойдешь и сдашь экзамен, на тебе легкий билет попадется, который ты... У нас не билеты. Не билеты? Нет, у нас... Эти тесты, да? Идет как тестирование, не тестирование, а как полноценная работа. Осложненная полноценная работа. С тестом, текстом. Короче, там очень много читать, особенно как, смотря какой ты предмет сдаешь. Например, общество. Лучше повешаться в 11 классе, чем сдавать общество. Потому что это ужас. Ой. Да. Ты... Ну, что сказать тебе? Безысходность. Да нету безысходности. Если у тебя... Нет времени, иди в храм, оно у тебя появится. Нет времени читать Библию, начни читать Библию, у тебя появится уйма времени. Так Господь, у тебя день расширится, начнешь рано вставать. У тебя вдохновение появится. А в моем районе храмов нет и церквей нет. Именно в моем районе. Ну, вот. Плохо, конечно, но... Да, но тебе сейчас особо-то и в храм-то пока не надо, как раз у тебя веры нет, тебе там это ничего хождения не даст. Тебе должна быть вера появиться, а вера, она от слышания от Слова Божия, Слово Божие в Библии, поэтому, а раз веры нет, то и тебе... Есть у нас, я, конечно, не должна, типа, говорить так, типа, выражаться, но у нас есть, именно в моем городе, некая, это даже не церковь, это как в каком-то подвале, секта, именно реальная секта. Туда просят приносить деньги, чтобы поверить в Бога. Там тебе выдают за деньги, ты платишь деньги, и тебе там что-то, какой-то значок, не значок, что-то такой символ дают, чтобы типа придавало тебе сил в трудные минуты. Это что за бред? Я сразу поняла, что это что-то неладное. Какой Бог и какие деньги? Это две совместимые вещи. Согласен. Типа, вот Бог, когда пришел на землю, он зашел в храм и увидел там вот таких вот торгашей, которые сидели там, торговали, вот брали деньги за там, священных животными торговали. Он взял бич и выгнал отсюда и говорит: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Почему разбойников? Потому что люди вот разбойным путем забирали чужие деньги, вот эти себе. Церковь превратили вот эту секту. Бог говорит: невозможно служить Богу и мамоне, ибо одного будешь любить, другого ненавидеть. Мамона — это вот деньги. Поэтому много очень разных сект. Да даже у нас в православной церкви ее тоже корень сребролюбия, тоже деньги, деньги, а как? У кого не спросишь, а вот патриарх Кирилл, у него яхта. Ну яхта, он будет за свою яхту отвечать. Ну яхта разве грех? Вот эту церковь еще ходят такие бабушки, именно такие в возрасте, и главное верят в это, хотя они... Я не думаю, что они якобы до этого не ходили в церковь. Они, главное, ходят в эту секту, платят деньги при входе, при выходе, при каких-то бонусах, так скажем. Ну, Алён, смотри, а ты не переубеждали. Вот, Алёна, ты не задумываешься, а почему они добровольно отдают и деньги? Значит, что-то они взамен получают. Вот ни один разумный же человек не будет отдавать. Или их зазомбировали, загипнотизировали. Что они получают взамен? Может быть, они просто от безысходности, то, что у них такая жизнь докатила до этого жизнь, то, что они уже платят за веру. Не думали? Платят за веру, так... Но я тоже, Нет, смотри, они потеряли всё. Они потеряли, наверное, семью, они потеряли смысл жизни элементарный, они ходят в церковь. Алён, я не знаю там, что о них, я вот о себе расскажу, почему я приношу деньги в церковь. Вот в знак благодарности Богу за то, что Он меня избавил, во-первых, от пьянства. Сколько я денег пропивал? По сравнению с тем, что я сегодня отдаю и жертвую, это ни в какое сравнение. Я очень много пропивал. Я был вор. Там, я воровал, у чужих людей отбирал. Сейчас свое отдаю, жертвую. Ну, какая у меня жизнь, я в знак благодарности Богу, я верю, что я не попу эти деньги отдаю, которые вот там потратит он там на женщин блудных, развратных, нет. Я отдаю священнику, веря, что эти деньги пойдут на добрые дела. У нас батюшка добрый, верующий, слава Богу, он никогда деньги не потратит, куда попало. Вот. Так вы уже добровольно деньги отдаете? Я отдаю, да, добровольно, уверовав в то, что... Доканывают, пока они не заплатят, они не зайдут. Так, бред какой-то. Нет. Это все происходит в моем подъезде, поэтому я знаю, что там вообще происходит. Так, как... так ты заяви в полицию. Ты заяви... Первый этаж прям подо мной. Ты напиши заявление в полицию, да и пусть их там разбудят. Да, 17-летний подросток будет писать заявление в полицию. Да скажут, что у меня уже крыша поехала. Ну, не, ну если в твоем подъезде такое безобразие творится, ну как-то я не знаю. Как за вход платить, ну я не знаю. Что-то такое прям сверхъестественное. А выход бесплатный у них там, спроси. Ой, я не знаю. Вход заплати, да. И за выход еще, да. Ну вообще. Так что я... Вот десятина — это 10%, которые Бог требует от нас, чтобы мы вот в знак благодарности. То есть если я заработал, например, 9 тысяч рублей. Вот Бог 10 тысячу прикладывает мне, чтобы я своими руками отдал священнику. То есть она не моя. Я верю, что это не мои деньги. Это деньги Божии. Я ему молюсь, он мне помогает. Солнце бесплатно светит, помидоры всходят. Я же за солнце не плачу. Не плачу, за воду не плачу. Она вот рядом пруд, все я поливаю. Вода бесплатна, воздух бесплатный, там это, синтез, там все это растет, развивается, я ем, благодарю Бога. Почему? Я не знаю, типа как насколько это хорошо, то что я деньги, вот которые, вот у меня правда есть. Не слышали сейчас ничего? Слава Богу! Ой, ты уверовала уже? Слава Богу! Ну, это не дурная, это благочестивая, хорошая привычка благодарить Бога. Надо быть благодарным всегда Богу за то, что... Вот, я, вот когда мне правда есть лишние деньги, я это даю благотворительный фонд, только в проверенные благотворительные фонды, а не вот этим вонючим мошенникам, фей, мякоть. И нуждающим, даю мое, и нуждающим, которые, ну, там, бабушки, люди, которые на улице живут. Вот, я не знаю, насколько это хорошо и правильно, но я так распределяю свой бюджет, который у меня есть. Ну, видишь, ты жертвенная, а в Библии написано, кто найдет себе добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. О как, ценит тебя Бог, выше жемчугов. Если жена добродетельная, а если она скряга, жадная, то и жизни с ней не будет никакой. Только я смотрю, в моем окружении мужчин что-то нету вообще. Да, они тебе, может, и не нужны. Живи одна. Ну да, может быть, мне девушки нужны. Да? Да. Ну, однополые отношения это тоже... Не, я сейчас говорю не об однополых отношениях. Господи, отнеси и помилуй тебя даже от таких мыслей, больше ты их не помиляй. Это мерзость. Я к такому не отношусь, я лишь поддерживаю такое... Я говорю, что если у тебя написано... Остался ли без жены, не ищи жены. То есть, если тебе Бог не даст мужчину нормального, то и успокойся и живи одна. Очень много живут... Я не говорю о матерях-одиночках, я говорю о девственницах, которые посвятили себя Богу. Об этом Златоуст пишет православный проповедник, живший в IV веке. У нас сейчас вот проповеди о девстве. Если бы я раньше бы их читал, я бы выбрал девство себе, я бы никогда бы не женился. Уже поздно, уже... Так пусть меня пока выбирают, пока это нормально. Почему бы и нет? Да, это Бог. То есть женатый заботится о том, как угодить жене, а не женатый заботится, как угодить Богу. Вот. Поэтому пока ты одна, и ты радуйся этой свободе. А муж попадется какой-нибудь пьющий или наркоман, ты же не знаешь, ты видишь... Ну, я тщательно выбираю себе путника по жизни, так скажем, потому что до этого был один-единственный парень. Он не курил, не пил, все нормально, не злоупотреблял ничем. Потому что я сама по себе в априори терпеть не могу людей, которые курят и пьют. Меня прям тащит от них нет. Именно как... Назовем бабников, вот, у которых много женского внимания, помимо моего будет. Вот этих прям все, на задний план пока до свидания. Алён, ты готовая христианка, у тебя в голове прям вот все, вот прям тебе осталось принять крещение и, и жить благочестиво. У тебя все правильно, то есть вот основные моменты ты... Может, проблема в том, что вроде как у меня мышление в хорошем направлении, но именно сам факт Бог и существование, для меня это два несовместимых слова. Вот. Я не могу ничего поделать, как себя заставить? Через силу заставить не могу. Нет, это ты просто, когда... Начнешь, тебе еще раз говорю, когда ты начнешь читать Библию, ты начни, там, ну, минут по 20 день тебе ничего тебе не даст. И он войдет в твое сердце, и ты реально будешь, ну, вот как со мной произошло. Я начал читать Библию, я не оказался на помойке-то. Мне тоже надо было и учиться, и что наоборот. Я когда начал читать Библию, я стал зарабатывать, а до этого я был единственный ребенок в семье, я жил на шее у родителей сидел. Сейчас у меня все есть, слава Богу. Моей маме надо начать читать Библию, чтобы она меня не выкинула на помойку. Не, когда я говорю про выкинуть про помойку, я так шучу. Ну я понимаю, да, это тебя утрирую, да, наоборот. Вот. И богатый не тот человек, у которого много денег, а тот, который ни в чем не нуждается. Вот у своей радости, вот они богаты, у них миллиарды, но им надо еще больше. Как их можно назвать богатыми? Они самые настоящие бедняки, а мне их жалко. Они за каждую свою копейку трясутся, за каждый свой миллиард, они не знают, готовы порвать друг друга. И который я человек, у меня все с достатки, мне больше не надо, у меня машина ржавая есть, у меня есть возможность купить новую. Но я не покупаю, я довольствуюсь этой. Зачем? Я лучше ближним помогу, как бы. И все. Да, вот эти мультимиллионеры, они уничтожают свои потехи с помощью денег. Но именно душе у них присутствует душевная пустота, которую они не залечат деньгами, там-то и дело. Да. Ты все прекрасно прям понимаешь, с тобой приятно разговаривать. Я сейчас слушаю аудиокнигу «Печаль сатаны». Там как раз, я тебе рекомендую. «Печаль сатаны», там как раз вот эта вот тема богатства и бездуховности очень сильно. Корелли автор, она вот... А сама по себе большая Библия? Ты можешь ее скачать в аудиоформате, и куда ты идешь или едешь, ты можешь, я вот сейчас, я собаками занимаюсь, я иду с ними гулять, я раз включил в уши, я иду и слушаю, я еду на такси, там работаю куда-то, я включил по пути и слушаю, сейчас все такая техника Бог делает, что можно, а то ты говоришь, вот я сяду сейчас за Библию и все заброшу, да ничего ты не забросишь, ты можешь, это Бог тебе даст мысль, ты можешь параллельно все это изучать. Вот. Интересно, у вас в Библии, в церкви есть? Короче, песня почему-то мне такая вспоминается. Я же каждый день, туда-сюда спускаюсь, я слышу, почему они там поют. Короче, песенка-то это «Пипи, Божья машина», я «Пипи, Божья машина», еду я по Слову Божьему, по-другому никак нельзя, слушаю я только остальным никак нельзя, Божья машина, что-то такое. Ну там секта какая-то, понимаешь, вот. И вот есть Библия, она называется Слово Божие, а сектанты, они просто ее исковеркали, они там выдернули слова, вот что Бог хочет, чтобы мы жертвенные были. И вот и вы жертвуете, это так Бог повелел, чтобы было такое... Левийное колено, то есть было 12 колен в народе израильском, одно колено ему разрешал Бог не работать нигде. Они такие дармоеды были, по-нашему сказать. Но они трудились, они учили людей боговедению, то есть учили заповедям Божьим, как жить правильно, как жить. И остальные 10% им отдавали, у них даже земли своей не было, они бомжи были. И их питали и кормили. Сегодня священники, они нигде не работают, и народ их кормит. Ой, крест православный.